Що ж, доброго ранку. А сьогодні в нас особливий ранок, бо ми рядом з Анастасією будемо щось пізнавати про йогу. Акра-йогу. Що це таке? Акра-йога – це парна практика для друзей, родственників, особливо підходить для дуже близьких родственників. Я зовсім забув, у нас спочатку бліц, щоб, щоб наші глядачі могли якось асоціювати себе з вами, а потім вже питання більш масштабного характеру. Тож, будь ласка, без емоцій, сухо, коротко, на відповіді на питання. Камінь на лицо. А скільки вам років? 30. З ким ви зараз живете? З мужем. Ваша улюблена справа сьогодні? Акра-йога. Як ви заробляєте гроші? Акра-йогою. Що ви зробили сьогодні перше, відкривши очі? Доброе утро. Зробили доброе утро? Сказала доброе утро. Спасибі. Так, ваша улюблена хибна звичка? Я люблю покушати. Та у чому щастя для людини сьогодні, як ви вважаєте? В общенні, в емоціях. Наверно, в цьому. Я раді цього і живу. Общення і емоції, щоб все спитати це. Тож, Анастасія – провідник акро-йоги сьогодні у Краматорську. Та сама ви зі Слов'янська, так? Зі Слов'янська, так. А давайте спочатку, от кому потрібна акро-йога? Яка це людина? Такая драйвовая, пожалуй, потому что человек, который унылый. Я всегда говорю, что в йоге противопоказание только лень. Вот ленивые люди пусть ко мне не приходят, правда, всех остальных с удовольствием. Но, потому что ленивого человека пихай, 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 он вообще ну, не поднимется, ничего не будет. А вы не знающих людей? Не, вы что, я вообще даже сплю мало, все время что-то делаю. Тож, а что вы відчули вперше, коли тільки почали займатися йогою? Який перший був прогрес? Який перший було? Первый прогресс – это услышать свое тело. Мы просто не понимаем, как мы двигаемся, мы не понимаем, как мы ходим, мы не понимаем, где у нас рука, где у нас нога. Я розумію, здається, як то левое, право, левое, право. Это вам так кажется. А когда вы приходите на йогу, и вам инструктор говорит, поднимите левую ногу вверх, зачастую поднимают правую руку. Правда, 80% новеньких учеников, они ну, не соображают элементарного, где это, что это. Просто потому, что нет осознанности. Вот вы что-то делаете и не понимаете, что вы делаете. А йога вот этому учит. И я после первого занятия просто пришла и поняла, где у меня руки, где у меня ноги, где у меня голова. Где я думаю, а где я чувствую. Дуже цікаво. Пам'ятаєте ви той момент, коли вирішили стати тренером? Да, помню. Чому це так? Чому саме це діло стало ділом вашого життя на даний момент? Ну, я взагалі в дитинстві мечтала бути учителем. Но пошла учиться на экономиста. Ну, как у всех, знаете, да. Вот. И когда я уже, наверное, года 3 занималась йогой, я на тот момент не работала. Я просто каждый день ходила на йогу, потому что мне было скучно дома. Это пришло просто во время занятия. Я занималась и думала о том, что насколько вообще прекрасная инструктор, которая преподает, это было в городе Николаеве, она очень красиво говорила, она очень красиво двигалась, она, ну, восхищала. И вот просто мне тоже захотелось быть такой. И попробовала. Узнала прям в тот же день после занятия у этой инструктора, куда поехать учиться. Она мне все рассказала, я поехала. Так. Все. Это было вот так. Тож, що дає фізична йога, фізично, що дає йога, ми можемо побачити зараз на другому плані. Та, напевно, йога дає щось і психологічне. Ми поговоримо конкретно про акра-йогу, раз уж тут на задньому плані акра-йога, да, про плані психологічному. Люди починають друг друга розуміти і починають розуміти себе. Вони починають спілкуватися, вони починають довіряти. В даний випадку, зараз, мужчина выполняет роль базы. Он внизу, и он базирует девушку, флайера. И он берет на себя всю ответственность за ее жизнь. То есть все, уронил, ну, как бы неизвестно, как дальше судьба повернется, да? Довера. Вот. Да, да. А она полностью доверяет ему вот все свое. Свои волосы, свои ноги. Суть одна. В нашем теле очень много энергетических центров, надавливая на которые
вы воздействуете на что-либо. Например, самая элементарная точка, ее знают, и просто можно даже в интернете прочитать. Надавливая вот здесь, вы услышите, это будет больно. Чувствуете или нет? Так, я відчуваю. Да, эта точка называется точка скорой помощи. В тот момент, когда у вас болит голова, вы можете нажать и сделать больно. Да, это нужно постараться сделать больно самому себе. И чудным образом голова проходит. Да, это вот так работает тайский массаж и йога. Мы создаем какое-то напряжение там в какой-то асане. Вот я сейчас сижу, у меня создается надавливание на определенные центры. Потом, когда я выровняю ножки, пойдет исцеление. Вот. Так. Таким образом работает тайский массаж и йога. Прочищаемось. Тож, може, щось спробуємо сьогодні? Спробуємо, звичайно. Давайте. Так, а вот это можем попробовать. Вот так нам не подойдет. Вот так подойдет. Хорошо? Ты все время должен будешь меня толкать вот сюда, слегка. Угу. Угу. Ножки чуть-чуть больше к себе придвинь. Хорошо. Мені навіть у ролі бази страшно. Вот так держи мои руки. Хорошо. Так. Твои руки не сгибаемые, хорошо? И очень сильные. Як я це роблю? Виравнивай кисть, не загибай кисть, пальцами меня толкай. Від себе цього не ожидал. Хорошо. Вау! Опа! Спасибо. Классно опять. Йога, усім йога! Йогу в маси! Тож, з вами був Даніл Антончик і Анастасія. Ми говорили про йогу. Всім намасте! Намасте.